Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем проходить игру Redeemer. Вверх-вниз. Ну что ж, поехали, будем смотреть, что нас ждет на этих уровнях. Ё-моё, начинается. Жесть. Жесть, ребятушки. Началось, поехали. Тихо-тихо, вот этого нам не нужно здесь. Да ядрить вас на корень, а. Доцепитесь вы. О-о-о, только не шипами, пожалуйста. Давай, потихой, потихой. Черт подери. Дайте-ка я ствол возьму. И попробую его забомбашить, этого гандона. Отлично. Всю обойму в него выпустил. В подонка в этого. Так, что у нас тут? Трупец. Ладно. Ну что же, будем. Ого, что там, кого валят-то? На! Щет, это опять этот, что ли? В экзокостюме? Хе-хе-хе. Ну-ка, давай-ка. Вот так вот, другой разговор. Ты погоди, погоди, что ты разбуянился-то, а? Салага. Сейчас бы я тут и крякнул. Оу-оу, и это только начало игры. И вы прекрасно видели, что нас тут ожидает. В общем, тут уже солдаты. Не монстры, хотя и монстры есть. Но почему-то привилегия идет на солдат. Так, спереди, я смотрю, тут заварушка была. Куда ты там разогнался-то, Салабон? Иди сюда. Готовченко. Так, ребят, три патрона меня, если честно говоря, не устраивает. Поэтому давайте заберем здесь винтовку. Она еще где-то здесь должна валяться. Вот. Калашников. 13 патронов, да? Ну ладно, нам этого должно хватить. В принципе. И возьмем, наверное, вот этот вот с вами. Баллон. Он мне почему-то больше нравится. Так как при взрыве выделяет яд или токсины. Так, погоди-ка. Черт. Что-то здесь надо делать. О, тихо, блин, нифига ты. Нежданчик такой, да, ребят? Подстава была голимая. Нафиг, возьму-ка я баллон. Черт. Так и будут бежать, что ли, без конца? Не говори, что сейчас опять побегут. Нет, на этот раз все обошлось у нас. Ладно, ребят, я взял баллон, как видите, и на нем лифт это у нас, да? Или нет? Нет, это у нас как раз лифт. Так, отметка. Получи. Ну, сколько вас здесь? Куда это он там? О, тихо, может быть... Не просекет? Да нет, просекет он все. Так. Так, замечательно. Сдох, паразит, иди сюда. Ну уж нет. Так, накумарил. Оу. Ребята, не так сразу. Оу, не сразу же, блин. Еще и токсический там, а. Куда ты тут распрыгался, паразит, а? Ну-ка. Готов. Так, ребята, у меня здесь баллон есть. Давайте этого... баллоном. Один разок можно, я думаю. Не попал, к сожалению. Почему-то он не идет ко мне, а? Смотрите. Так, плюется.
Ну давай, 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 пошустрее. Я вообще хоть наношу ему повреждения, пиная его, или нет? По-моему, нифига. Тогда пистолетом его. Готов. Так, дальше у нас здесь что? Смотрите. У нас тут красавчик стоит. Жрет кого-то. У-у-у! Ну вот и кончились патроны. К сожалению. Блин, куда идти-то? Черт, тут засада, ребята. Тут тупик. Ну-ка, иди сюда. Да ты-то, блин, в принципе, мне нафиг не нужен был. Так, ну что, одного нахумарили. Вот так вот. Оно будет получше, я думаю. Что, все? Зачистка сделана? Или кто-то тут еще есть у нас? Ё-моё. Ладно, этих мы расколбасим. Наверное. Готовы. Так, теперь у нас тут кислотник. Ах, задел все-таки, а. Посмотри. Да... Ау, тихо, тихо, фух. Лихо я, лихо увернулся. Так, нож подобрали, это уже хорошо. Так, открываем ворота здесь. Оу, черт, что это такое было? Дай-ка мне плюшку для гольфа. Нет, лучше я дробовик возьму. Да сколько в тебя стрелять-то можно, урод? Ты видел, ребят? Да он просто непобедимый. И как? Как я с ним тут должен справляться-то? Да ладно. Это все фигня полнейшая. Его не победить, ребят. Сейчас только осталось тут подохнуть, да и все. Вот и все дела. Замечательно просто. Как же мне теперь грохнуть, а? Амбал, ты достал уже здесь. Так, хорошо, с одним мы справились. Остался этот громозека. Фух. Да, ребят, я вам скажу, этот амбал просто зверь. Других слов у меня нету. Как я его победил, ума не приложу, но это было чудо какое-то. Так, сейчас нам нужно идти вот сюда. Готов, охламон. Так, а далее что? Не могу врубиться. Так, ну здесь ничего нету. А, вот это может быть... Не по... А, вот, вот, ребят.
Сканируют нас. И лифт. Опять куда-то наверх, наверное, нас потащат сейчас. Прям в логово, да, к этим хмырям. Ну, нормально. Что я еще могу сказать? Давайте-ка возьму лучше ключ. Мне кажется, что ключом как-то более эффективнее дерется он. Минус один. И понеслась. Так, ну давай, хмырь, иди сюда. Я сейчас трубой-то тебе. Бум! Шикарно. Так. Опять кто-то там еще. Забомбил. Забомбил я этого все-таки. Блин, почему мне кажется, что вот эти вот ящики должны как-то открываться? Видите, они как-то подсвечены. Но нифига подобного. Так, кто у нас там впереди? Опять эти грызуны. Чекпоинт. Ну давай вот без тебя только здесь, а. Готов. Так, что тут дальше у нас? Пистолет есть. В дробовике один патрон. Ладно, пойдем с пистолетом. Да что ж ты будешь делать? Я не понимаю, почему он не бьет, не дерется. Куда ты там собрался прыгать уже, а? Я это как вариант видел, ребята. Что, прокатило, главное? Один патрон с дробовика. И вот, спас мне жизнь. Так, я видел здесь где-то винтовка, ребят. Вот она, винтовочка. Внизу, вы посмотрите, сколько там... Жестяк. И они все поперли сюда, ко мне. Оу, щет. Это же этот. Это же не тот, который обычный. И заскулил, блин. Слушайте, 22 патрона в этой винтовке у меня еще. Сюда пустят. Сюда пускает, блин, ну я не знаю, куда мне надо было. Сюда или все-таки туда проходить. Поползли. Этот очнулся. Сколько? Два всего патрона, этого мало. О, 50, вот это уже другой разговор. Готовимся к очередной вылазке. Оу, со всех сторон поперли. И сейчас, я думаю, будет клешнерукий в скором времени. Так. С пушкой-то я себя намного увереннее чувствую. Дробаш. Так, кто тут у нас? Оу, кислотник. Жесть. И тут кислотник. Да вы издеваетесь надо мной, а? Попал все-таки. На Чуркистан. Готов. Два выстрела, ребята, с дробовика ему надо. Чтобы он отдуплился. Так, а здесь у нас тупичок. Жаль. Ну вниз-то нам Блин, да что ж ты будешь делать? Еще один. Вниз нам по-любому придется, ребята, спуститься. И там уже будет, естественно, жесткач. Уже конкретный. Потому что в данный момент мы подошли к лифту. Ох. Да? И нас опустят сейчас вниз. Все, готовимся к полному расколбасу. Хорошо, хоть чекпоинт здесь был.
На, подлюка. Так, эти среагировали. О, тихо, 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 тихо. Это же тот самый, которого я терпеть не могу. Прицепился, сволота. Дай-ка я топор возьму нафиг от греха подальше. Раскромсал. Да, радость была мимолетна. Щет, тут тупик. Два, ребята, тут уже с этими. Ай-яй-яй-яй-яй. Как все печально. Ну дайте где-нибудь, пушка-то есть. Есть, но там, по-моему, никак нам не пройти. Очень мало жизней. Неужели не забил, а? Так, один готов. Вот так вот. О-о-о-о. Ну, ребята, вот это драйв, я вам так скажу. Просто. Блин, неужели можно было взять? Но все равно забомбил их и так. Так, давай сканируй меня. Ну. Так, отлично. На, блин. И ты получи. Так, я возьму лучше вот этот ствол. Да-да-да, я так и понял, что этот хмырь тут будет. Еще один. Блин, конечно, нужно приналовчиться их бомбить в рукопашку. Потому что, сами понимаете, не всегда нам будет доставаться оружие. Сдох. Оу, еще один. Да уйди ты из-под этого-то. Хотя бы так уж. И там еще и кислотник где-то. Взорвался. Твою дивизию, еще один, а. Куда ж ты стрелял-то, Вася, а? Ну, Васек, что у меня тут? Топор, а нет, тут дробовик есть. Сколько мы говорили, из дробовика два раза всего, да? Надо по нему шмальнуть. Да, ровно два разика. Так, я вижу здесь неплохую винтовочку. Тут, кстати, оружие-то нормально так лежит. Опять кислотник где-то, где он? Все. Я его пропалил. Щет. Оу! Вот этого надо обязательно ликвидировать. Да что ты будешь делать-то? Так, кислотник, ты меня достал. Возьмем дробаш. Так, два патрона, этого мало. Вот здесь 7, отлично. Ну и что ты тут ныкаешься? Спрятался он от меня. Так, здесь есть проход. И здесь, а здесь тупик. Но зато целый топор. Так. Тишина, блин, какая нафиг тишина. Зря я, наверное, сейчас трачу дробовик. Прекрасно знаем, что может вылезти очередное чудило с ножами, с лезвиями. И нам придется здесь пыхтеть потом. Давайте, идите сюда. Так, я тебя жду. Черт, как же я так промазал-то? Что же означает вот эта вот рука, когда на нем отмечается зеленая кисть? Я что-то могу в этот момент, по-моему, сделать, какое-то действие. Ну вот какое, не помню, хоть убей. Так, воу, громозека.
Вот представьте, ребят, я в него 4 раза шмальнул. Сейчас, естественно, я пойду заберу еще там пушку. Где-то тут должна быть, по-моему, если я не ошибаюсь. Что-то... А, вот. Так, это уже 5. 5 раз, или 6 даже, в него надо стрельнуть с дробовика, чтобы его убить. Я уже молчу о том, если его бить в рукопашную. Так. Не... А, вот. Вверх-вниз. Я теперь понял, почему называется эта часть вверх-вниз, потому что мы... Чего такое? Потому что мы на лифте здесь. То вверх, то вниз. Так, сейчас мы уже опять наверх. Ну. Лифт в комнате по центру ведет в инкубатор. Тебе нужно найти аварийный переключатель, чтобы разблокировать двери. Молодцы, блин. Оу, вы посмотрите, сколько там. Так, у меня дробовик есть. Ну. В рукопашку захотел с ним. Ух, готов. Да ладно тебе, да сколько же вас тварит этих, а? Тут еще один недобитый. Тут их целая армада бежит. Это ты правильно делаешь, что мне помогаешь. А вот то, что у меня мало хп, вот это вот неправильно. Мне какой-нибудь ствол... Ствол тут полагается или нет? Черт подери, по-моему, приплыли. Нет. Выкрутился. Удрился как-то выкрутиться. Да ладно, блин, целая тьма тут их. Так, этих разобрал. Этом попал никуда. Кинул. На, тварина. Так, где там этот кислотник у нас? Это не тот, блин. Так. Ну, хотя бы огрел. Так, этот готовщинка у нас. Лови, придурок. Ух, так, ладно. Что у нас тут? Но... Готов. Всех тут нахрен покромсаю. Что там происходит вообще? Надо глянуть. Прицепился. Вот так вот. Ух, жестко-жестко, ребята. Тут очень все жестко.
И побежал какой-то хмырь. Это у нас, по-моему, кислотник. Да-да, именно он. Черт тебя подери, попал. Вот уж хрен тебе. Так, ладно, надо взять. У меня от топора-то очень мало энергии. Тут 4 патрона. Что у нас тут вообще? Оу. Честно говоря, я не совсем это хотел сделать. Ну чё, кислота, иди сюда. Блин, попал, а. Бросай, бросай. На, блин. Ух. Возьмем пистолет. И баллон еще один. Вот они тут жесть устраивают, а. Так, тут-то у нас кто будет? Вижу две цели впереди. Чего не среагировал-то? Очень интересно. Так, здесь сколько? 13 патронов. Ребят, там амбал стоит. Вот это вот хреново. Блин, причем не один. Два здоровых чувака. Ох, и накумарят же они меня сейчас здесь. Погоди-ка, здесь-то кто еще появился? Не запылился, да? Так, интересно, они вдвоем согрятся? Черт подери, у меня закончились патроны, ребята. Ну давай ты падай уже. Не хочет. Все? Кончились, блин, боеприпасы мои. Че они там остановились-то? Интересно, не знает. Ну давай возьмем. О, тут еще есть пистолет. Давай сделаем так. И если что-то, сейчас еще бочку. О, этот огнетушитель в них бросим. Я думаю, этого им, наверное, будет уже достаточно. Так, они что-то там застряли. Минус один. Какой там минус один? Да вы издеваетесь вот сейчас, вот в данный момент. Ну, где вы там, хмыри? Нет, еще не сдохли? Так, а подождите, а может быть мне не надо их убивать? Может быть я... Нет, походу надо. Хотя нет. Могу, наверное, и без этого справиться. Поехали отсюда, нафиг. Сейчас только бочку... Подожди, дайте я бочку возьму. С ней как-то буду себя поспокойнее чувствовать. Ну, поехали. Я готов. Те, кто живут в стеклянных домах. Ну что ж, ребята, давайте тогда на этом я закончу этот эпизод. И мы продолжим уже с вами в следующей серии. Всем пока и удачи!